Представители одной из древнейших профессий поздравляли сегодня в областной филармонии. Первые лица региона вручили почетные грамоты губернатора, региональной думы, правительства и мэрии, лучшим строителям этого года, ветеранам профессии, тем, кто внес существенный вклад в модернизацию региона. На сцену поднимались не только руководители строительных компаний, но и рядовые инженеры, мастера монтажных работ, слесари ремонтных участков, машинисты экскаваторов и мотористы бетономешалок. В последние годы, отметили выступающие, строительство в регионе наращивает темпы. В 2013 году в эксплуатацию введено 232 тысячи квадратных метров жилья. В этом году показатель по плану будет увеличен до 235 тысяч квадратов. Мы на миллиарды рублей последние годы строим детских садов. У нас впереди модернизация и строительство школ. На 75% газифицирована сегодня область. В целом очень неплохо выглядят наши дороги.